Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас ролик про уход за волосами. Расскажу вам, как быстро и абсолютно без проблем сделать красивую укладку. Итак, поехали. На самом деле у меня уходовых средств для волос просто великое множество, но те, которыми пользуюсь, те, которые люблю, их совсем немного, которые использую практически на ежедневной основе, поэтому их сейчас вам и покажу. И покажу, как из таких волос вот по утрам сделать красивую укладку, то есть нет никакого ни объема, голову я мыла вчера вечером. И кончики, ну они как бы ничего, но все равно по факту ничего хорошего. Так, начинаем. Что использую в плане питания для кончиков? У меня есть 4, да, 4 великолепных средства. Два из них, нет, одно, Алин, выглядит вот так. Смотрите, это флюид реконструктор. Он очень хорошо подходит мне, очень хорошо подходит Ксюшке, который просто разглаживает волосики. Это такая маслянистая тягучая консистенция. Я бы дольше даже назвала это больше сывороткой для волос. Вот так выглядит, так называется флюид реконструктор. Здесь очень классный состав, здесь в составе масла, и это такая тяжелая артиллерия. Вот именно тяжелую артиллерию сейчас вам вначале и буду показывать. То есть, когда совсем сухие кончики, наносим и получаем прям вау-эффект. Но это чисто на кончики, потому что и вот это средство, и вот это, которое я сейчас тоже покажу, расскажу, они очень утяжеляют волосы. Поэтому прям только на сухие кончики. Это Эстель. Очень, кстати, похожий продукт, работает похоже прям, и по консистенции такой же, как сыворотка тягучий. Это эликсир шелковой капли с УВ-фильтром, то есть он еще защищает наши волосы от ультрафиолетового излучения. Здесь прям написано, для кончиков волос тоже восстановление, тоже много масел в составе, тоже вот еще протеины шелка, здесь есть состав вообще обалденный. Вот это мне нравится, это прям тяжелая артиллерия. И тяжелая артиллерия, многим уже, наверное, знакома, вот такое восстанавливающее масло от Эльсе. Это у нас с вами Лореаль, восстановление 6 масел редких цветов написано, да. Это прям вот тоже мега-мега утяжеляющий продукт, поэтому прям несколько капелек исключительно на кончики, иначе волосы будут жирные, как сосульки. Вот это прям Ксюшкин вариант, вот ей это очень подходит, потому что у нее пористые, вьющиеся волосы. Такие средства должны быть у меня всегда. И продукт, который чуть полегче и практически не утяжеляет волосы по всей длине, но на корни тоже не советую его наносить, это Faberlic. Вот такая вот сыворотка из линейки Эксперт с маслом Амлы. Глубокое восстановление. Артикул 67,99. Очень классная вещь. Вот с ней тяжело переборщить, но тоже можно. Тоже совсем нужно немножко. Наношу уже прям могу вот отсюда по длине наносить, и волосики хорошенькие, гладенькие, шелковые, все отлично, безумно нравится. Так, про остальные средства сейчас буду в процессе рассказывать. Допустим, что я делаю с утра, как я делаю с утра укладку. Я вообще, в принципе, сейчас волосы феном не сушу. Уже, наверное, с зимы всего лишь несколько раз укладывалась феном. Почему? Потому что не хочу их лишний раз как бы опять же повреждать. Во-вторых, я просыпаюсь с утра, и у меня все равно укладки уже нет. То есть волосы вроде как и послушные, а вроде как и не очень. На утро могут вывернуться в другую сторону и так далее. Поэтому смысла в этом не вижу. Укладываюсь по-другому. У меня всегда есть в использовании сухой шампунь. Это тоже Faberlic. Артикул 2702. Что я делаю? Как я укладываюсь? Да? Я распределяю сухой шампунь, либо сейчас могу пользоваться еще пудрой от Алин, вот этой. Но сухой шампунь все равно мне нравится больше, я от него вижу и эффекта в плане объема больше. Хотя вот эта пудра Алин, она совершенно не дешевая. Показывала вам в обзоре заказа рандеву, сильная написана фиксация, но они все равно опадают. Нанеси чуть-чуть, нанеси много, без толку просто. Там последние комментарии, помню, под этим роликом были, куда вы столько нанесли. Слушайте, ну раз я столько нанесла, значит, столько надо. Потому что по-другому она у меня вообще не работала. Вот когда нанесла много, да, объем хоть какой-то был, но все равно я потом вышла на улицу, и через 2 часа его нет. Поэтому я не совсем поняла продукт этот. Может быть, другие пудры работают по-другому. Я не всегда применяю сухой шампунь, но частенько применяю, особенно летом, потому что у нас сейчас, например, невыносимая жара. Вот я только распределила, видите, пока есть белый налет. Мы запускаем пальчики. Я не расчесываю потом волосы. То есть не распределяю сухой шампунь по всей длине. Я оставляю его на корнях. Запускаю вот так руки. И как следует распределяю. Не потому, что волосы грязные, а именно для придания прикорневого объема.
Я уже давно не начесываю волосы, хотя раньше любила этот метод. У меня даже есть специальная расческа для начеса. Вот видите, уже объемчик начинает появляться. Что делаю дальше? Дальше наношу термозащиту. В плане термозащиты у меня тоже Faberlic. Вот такой вот спрейчик, артикул 2703. Действительно работает и не утяжеляет. Наношу исключительно на кончики, потому что мы сейчас с вами будем работать на кончиках и на челке. Покажу вам очень красивый метод укладки челки. Вкусно пахнет спрей. Им переборщить практически нереально, поэтому можно смело наносить побольше. Так, и все. Теперь нужно немножко походить, чтобы термозащита начала работать, то есть минуточек 5. Можно волосы и расчесать. Прошло 5 минуточек, и что я делаю дальше? Дальше я беру выпрямитель для волос и работаю с кончиками и с челкой. Вот у кого челка шторка, прямо обратите внимание, сейчас будет очень интересный, классный рабочий способ ее укладки. У меня появился новый любимчик, девчонки, это выпрямитель с Wildberries. Пока он нагревается, точнее он уже нагрелся у меня, я вам сейчас расскажу о нем. Фишка вообще тут в чем? Здесь титановые пластины с ионизацией, то есть пользуясь этим утюжком, я вообще свои волосы не повреждаю. И что мне нравится, это двухметровый шнур. Это вообще классно. То есть у меня розетка вот на кухне в данный момент очень-очень далеко. И все замечательно, еще есть огромный запас. На всю мою кухню длина, наверное, шнура. Ну, конечно, вот такой вот он вращающийся. Это тоже очень удобно, с петелечкой, чтобы можно было повесить. А то место, где часто ломаются шнуры у приборов, да, оно просто гипермобильное. То есть 360 градусов вращения, все замечательно, все отлично. Еще очень интересный момент, посмотрите, в какой красивой коробочке он приходит. Это магнитная коробочка, здесь вот такая магнитная крышечка, и когда мы ее открываем, мы видим вот такую красоту. То есть на подарок просто великолепно. В этой же коробочке прибор очень удобно хранить. Если вы любите такую организацию хранения, да, компактную, удобную, воспользовались прибором, положили в коробочку. Она занимает мало места, такая вот узенькая, компактная. А мне нравится именно в этой коробочке хранить. Я прям ее оставила. Все отлично. Собственно говоря, что у нас есть на самом приборе? Во-первых, это кнопочка блокировки зажимов, то есть чтобы вот в таком положении они находились при хранении. Мы ее отодвигаем, и у нас с вами выпрямитель открывается. Мы ее задвигаем, закрываем с вами пластины и задвигаем эту кнопочку, и у нас выпрямитель с вами закрывается. Сбоку у нас с вами кнопка выключения и включения и кнопка регулировки температуры. В данном случае прибор выключен. Мы нажимаем с вами кнопочку включения. Автоматически идет нагрев до 180 градусов. Мы все это видим на очень ярком дисплее. И 5 температурных режимов. Нажимая на кнопочку минус, мы уменьшаем до 170, до 160, до 150. Вот у нас минимальная. Нажимаем на кнопочку плюс, температура растет. И максимальная температура у нас 230 градусов. То есть всего 5 режимов. Еще один мега приятный для меня нюанс, потому что я человек достаточно занятой, я могу включить и пойти забыть, дети отвлекут или еще что-то. У прибора автоотключение через 60 минут. То есть, если вы вдруг про него забыли, через 60 минут он отключится, ничего не произойдет, это очень круто. А еще у продавца в карточке товара есть прям подробная инструкция по температурным режимам, то есть, кому какой подходит. 150 у нас с вами тонким волосам, 170 нормальным или вьющимся, 190 сухие или жесткие, 210 вьющиеся и очень жесткие, и 230 это супер гладкий режим, который подходит для любого типа волос, можно использовать. То есть, если вам прям надо вот эффект ламинирования, так скажем. Я больше всего люблю температурный режим от 170 до 190, мне этого вполне достаточно. Как вы видите, прибор нагревается очень быстро, то есть меньше чем за минуту он достиг температурного режима в 230 градусов. Теперь поближе показываю вам пластины. Смотрите, как они выглядят. То есть это действительно титановые пластины с ионизацией. И вот так они выглядят. Главная фишка этого прибора здесь
V-образное специальное пространство между пластинами. То есть, смотрите, когда мы закрываем пластины, видите, вот здесь они соприкасаются, у нас с вами слева получается, да, а вот здесь в конце есть пространство, то есть вот такое V-образное пространство между пластинами. Зачем это сделано и для чего? Видите, вот здесь полное примыкание, а здесь не полное, то есть в виде буковки V. Это сделано именно для того, чтобы равномерно распределялось давление на волосы. У нас же на кончиках с вами волосы тоньше, да, вот очень действительно грамотный подход. И равномерно распределялась температура для защиты волоса от повреждений. И в чем еще фишка ионизации? Вот это вообще классная вещь, это я всегда люблю и обожаю. То есть выделяются отрицательные ионы, и пряди становятся гладкими и послушными. То есть мы, грубо говоря, не жжем с вами волосы, а мы за ними ухаживаем. А титановые пластины из мегапрочного материала, посмотрите, с каким гладким покрытием. Я вам уже показала его поближе. Просто идеальная гладь. Они легко скользят по прядям, ничего не вытягивают, волосы не выдергивают, и они не электризуются потом, и, соответственно, не пересушиваются благодаря как раз вот этому покрытию и ионизации. Еще, кстати, огромный плюс, вот прям до пластин и даже чуть повыше прибор совершенно не нагревается, он абсолютно холодный. Я вообще много-много лет раньше не пользовалась утюжками, я не понимала, зачем это нужно и так далее. Сейчас я просто не представляю своей жизни без утюжка, и поэтому все-таки решилась приобрести именно такой, который будет и безопасен для волос, который мобильный, функциональный и... В общем, все отсюда вытекающее. Что я делаю, значит? Термозащиту мы с вами нанесли. Потом вам расскажу еще про несколько интересных средств. Давайте начнем с кончиков, потом покажу вам челку. То есть я могу отделить попрядно, начать там с нижних. Зажимаем прядку. Проводим. Вообще не цепляет волосики. Все отлично, все замечательно. Это у нас с вами на режиме 180 градусов. Сейчас сделаю немножко побольше. До 190, да. До 190 достаточно вполне. И вот таким образом прорабатываю именно кончики. Можно немножко подкрутить вовнутрь. Сейчас, кстати, это снова модно. Можно и накрутить. Иногда хочется чего-нибудь такого эдакого. То есть прибор позволяет и накрутить, и подкрутить все, как вашей душе угодно. И на примере одной прядки сейчас покажу, как можно волосы накрутить. Зажимаю прядку и начинаю поворачивать утюжок от лица. Поворачиваем на 360 градусов и начинаем потихонечку вести наш утюжок вниз. И получается вот такой вот красивый локон. Вот он, красота. То есть накрутить тоже можно волосы без проблем. Но наша с вами задача сейчас их именно выпрямить и поработать с кончиками. Ну и вот такая укладка у нас с вами получается. Сейчас будем приступать к челке. То есть подвижная укладка без потери прикорневого объема с утюжком. Я почему ими долгое время не пользовалась? Потому что мне не нравится вот этот вот прилизанный эффект. Мне всегда нужен на волосах объем. Да? А здесь с помощью температурного режима и с помощью того, что у нас такие крутые пластины, есть ионизация, вот это очень важная фишка, у нас с вами объем не теряется. То есть волосы разглажены так, как нам нужно, но объем мы с вами не потеряли. Теперь лайфхак по укладке челки. Делим челку ровно пополам. Делим ее пополам
берем одну половиночку. Мы прочесываем половину нашей челочки именно в противоположную сторону. Захватываем таким же образом утюжком. От лица проворачиваем на 360 градусов и тянем тоже в противоположную сторону. Вот таким вот образом. Оп. И делаем это быстро. Чем дольше мы задерживаемся на челке, тем кучерявее она у нас будет. И теперь то же самое с другой стороной. Также прочесываем челку в противоположную сторону. Захватываем ее утюжком. Проворачиваем от лица на 360 градусов и тянем ее в противоположную сторону. Вот так. Перебрасываем назад. И уже пальчиками регулируем, как она у нас будет лежать. Сразу появляется объем у лица. И челка уже смотрится гораздо интереснее. Можно воспользоваться лаком. Кстати, мой любимый лак – это Тафт. Вот этот вот зеленый именно объем. Раньше, когда делала начесы, пользовалась им регулярно. Сейчас крайне редко. Мне вот такого баллона хватает на год, а то на два. То есть зафиксировали прядку, как вам нужно. И добавили немножко лака. Такая у нас с вами получилась укладочка. Объемная, красивая, прям нарядная. Кончики у челки такие интересные. За счет этого тоже создается объем волосиков. Быстро и просто. Я очень люблю этот способ укладки. Он мне нравится гораздо больше, нежели сушка волос феном. Во-первых, вот такая укладка занимает всего несколько минут, ну максимум 5 минут, а то и скорее всего 3. Во-вторых, это просто, это красиво. И, в общем, я сейчас укладываюсь именно так, и фен прям убрала совсем. Мне больше нравится такой способ. И кудряхи можно сделать, и такую беспорядочную укладку на голове. Легкие такие локоны, волны. Все, что вашей душе угодно, можно абсолютно сделать с помощью вот этого вот гаджета. Теперь мы его выключаем. Ссылочку оставлю, прям рекомендую. Мне очень понравилось. Процесс прям играющий, легкий, быстрый. Все замечательно. Кнопка выкл, и все. Закрыли и положили. Так, про какие средства вам еще не рассказала. Кстати, про локоны. Вот иногда мне очень нравится пользоваться вот этим гелем для усиления завитка. Это тоже Faberlic, линейка Curly Icon, артикул 0998. На Дзене уже показывала, кстати, подробно, как я делаю укладку. Тоже получается такой беспорядочный хаос на голове. На мокрые волосы наношу в ладони много геля. И вот так вот жамкую, жамкую волосы. И у нас с вами получается волна. Мы их потом не трогаем, не расчесываем. Прям сразу после помывки волос на чуть подсушенное полотенце волосы вот таким образом. Хотя, по сути, у меня волосы прямые, но вот вместе с этим гелем получается очень красивая, интересная укладка. Прям рекомендую попробовать. То есть на прямых волосах, не обязательно для усиления завитка вашего родного, а даже на прямых волосах можно сделать очень интересную укладку. Она может держаться, кстати, около 2 дней. Так, и еще вам что не показала. Вот такой вот спрей от Aravia, кстати, нравится. Тоже довольно часто использую. Это спрей для объема, для тонких и склонных к жирности волос. Создает прикорневой объем, увеличивает густоту, густоту и плотность волос без утяжеления. Ну, вы знаете, конечно, привирают. Нет, таких чудес тут прям нет. Но в то же время, если не переборщить, если переборщить, можно утяжелить, немножечко распрыскав на все волосики и потом их посушив, даже естественным путем, то есть есть объемчик, все-таки есть, поэтому рекомендую. Вот неплохой, на самом деле, неплохой спрей. Тут огромный вот этот бутылек. Так, ну и вроде все вам показала, рассказала. Да, наверное, все. Вот такой простой, быстрый способ укладки утренней с помощью утюжка. Особенно будет актуально тем, кто с утра спешит на работу. И нужно быстро привести волосы в порядок. Я вам показала. Буквально несколько минут, и вы красотка, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Надеюсь, ролик был вам полезен и интересен. Если это так, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Все ссылочки оставляю в инфобоксе, в том числе и на выпрямитель. Всех люблю, целую, всем пока-пока.